Казахстанцы отмечают день рождения Астаны. К празднику подготовлена культурная программа по всей стране. В столице проходит парад-концерт 8-го международного фестиваля духовых оркестров «Астана Самалы-2017». Сегодня заключительный день. В параде участвуют все коллективы фестиваля. Подробности расскажет Азиза Макулбаева. Она на прямой связи со студией. Азиза, добрый день. Вам слово. Эльвира, происходящее сегодня событие на проспекте Республики никак не назовешь иначе, как концерт под открытым небом. Его организовали участники 8-го международного фестиваля духовых оркестров «Астана Самалы». В нем всего принимают участие 8 творческих коллективов. Есть и специально приехавшие из Оренбурга и Бишкека, всего около 200 человек. Вся эта колонна буквально час назад стартовала с военно-исторического музея Республики Казахстан и дошла до дворца Жастар. Исполняют они самые разные произведения, начиная от классики, заканчивая современными произведениями. Сейчас предлагаю послушать отрывок одного из выступлений. Благодарю, Азиза. Я, пожалуй, после рабочей смены присоединюсь к вам.